раз уж у нас теперь есть такое счастье, как просыпаться и никуда не торопиться, давайте научимся просыпаться правильно и пробуждать свое тело в том числе. Когда вы просыпаетесь утром, не старайтесь сразу соскакивать с кровати. Первое, что нужно сделать, конечно, потянуться. Каким образом? Нужно потянуться. Тело расслабилось за ночь сильно. Если вы спите на спине, позвоночник, к сожалению, прогибается, на него есть определенная нагрузка. Нужно взять ножку и постараться носом достать коленку. При этом старайтесь вторую ногу не отрывать, она должна лежать. И в такой ситуации секунд на 10 опускаем. То же самое делаем с другой ногой, секунд на 10 опускаем. Этого достаточно одного раза. Очень хочется потянуться. Нужно вытянуть пяточки и потянуться вперед пяточками. Хотя, казалось бы, хочется носочками. Пятки будут тянуть вас за хвостик. Когда вы тянете носочками, вы растягиваете живот. Когда тянете пяточками, позвоночник, пяточки тянем в ту сторону, а из центра головы лучик нас тянет в ту сторону, мы растягиваем свой позвоночник. Давайте теперь потянем бок. Для этого нам нужно руку положить локтем под плечо. Вот здесь будет прямой угол. Если вы положите далеко, у вас будет тянуть. Положите сюда, нагружаться будет опять поясница, но не то, что нужно. Мы сгибаем ногу, которая лежит на полу, и вытягиваем, чтобы создать правильный вектор, ту, которая сверху. Дальний отход. Ровно над ухом, ровно над ухом. Смотрим прямо, вот как я сейчас на вас. Нам нужно максимально потянуться за рукой. Не нагнуться вниз, да, постараться максимально, а именно потянуться за рукой. При этом мы остаемся лежать. Нам нужно просто растянуть бок. Ногой мы тянемся в одну сторону, а рукой вытягиваем себя в другую. Будет очень сильно тянуться бок. Следующее упражнение очень простое. Называется оно «Кошка». Знают его все. Можно сесть прямо на кровати, не слезая ни на какой коврик. Медленно за головой. Опуститься вниз, медленно за головой, опуститься вниз, постараться максимально грудью проползти и вывести наверх. И сделать то же самое, но в обратном порядке. Оттолкнуться грудью, сесть на коленочки и выпрямиться. Очень простое упражнение. Можно остановиться, и это очень полезно с утра, когда вы, например, проползли вперед грудью и остановились на какое-то время для того, чтобы потянуть, можно лучше положить перевод, постараться подвинуть себя для того, чтобы спину подвинуть.